Работа над фильмом «Прорыв» творческая группа АБ-Медиа начала в 2009 году. Съемка фильма шла по нескольким направлениям. Записывались интервью с участниками «Прорыва» из Сталина в Кронштадта с августа 1941 года, с адмиралами, экспертами, историками о тех событиях. Параллельно шла съемка эпизодов, реконструкции. В течение года велась работа в архивах России и Эстонии. С одной стороны, это было очень ответственно. Фильм потребовал много подтверждения многих фактов, исторических событий, сопоставления. Впервые столько много было задействовано военных консультантов. Два адмирала, это адмирал Ради Зубков, адмирал Иван Меркулов. Они постоянно помогали с фактологией. Ну и, конечно, пожалуй, можно сказать, одним из успехов, как мне кажется, фильма уже стало и будет то, что в нем приняло очень много людей, причем приняли участие добровольно. Люди помогали писать сценарии, помогали добывать какие-то документы, помогали искать участников тех событий. Когда надо было режиссеру снять постановочные кадры, приезжали со своим военным обмундированием, вооружением, боеприпасами, на своем транспорте. Когда надо, лезли уже в студенную Октябрьскую воду. Я считаю, пожалуй, по большому количеству участников фильм смело можно считать народным фильмом. Мне, как говорится, посчастливилось просто быть участником в воспоминаниях об этой войне. И я, как актер, старался все это пережить через себя, пропустить. И где-то было мне до боли, извиняюсь, до слез, иные эпизоды смотреть и говорить о них. Люди, значит, ждут такого фильма. И это находка, которую надо, которая должна быть дана жизнь в дальнейшем. Нужно поднимать эту тематику. Надо выполнять заветы наших предков. В фильме озвучены факты, которые ранее не были широко известны. Многие до недавнего времени имели гриф «совершенно секретно». Премьера фильма в Эстонии состоялась в Центре русской культуры в феврале 2013 года. Затем по приглашению фонда East West Bridge в Большом зале Русского географического общества состоялся показ для жителей Санкт-Петербурга. Среди зрителей было много военных моряков, ветеранов флота, курсантов военных училищ. Почетным гостем был участник прорыва, капитан второго ранга в отставке Савельев. Весной 2013-го по инициативе фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы России прошла серия показов в разных городах России. Автор этого фильма Олега Беседина. Я немножко вначале опасалась, все-таки военная тематика, тяжелый такой фильм. Лагерь у нас все-таки больше на невоенные темы ориентирован. Но вы знаете, меня очень приятно, не поразило, а мне было приятно наблюдать такую очень большую заинтересованность молодежи, которая присутствовала на показе. Была ответная реакция, были какие-то предложения, было желание, чтобы этот фильм был продемонстрирован в своих регионах. Это очень здорово. В апреле 2013 года фильм был показан в Москве, в Общественной палате Российской Федерации. Международный фонд АК организовал показ фильма в Украине, Литве и Беларуси. Проведение презентации фильма Олега Беседина «Прорыв» на Украине. Мы с коллегой возвращались на машине 9 мая, и мы заезжали по дороге во все города России. Мы заезжали и в Белгород, и в Курск, и в Харьков. По решению организационного комитета фильм «Прорыв» открывал кинофестиваль «Литература и кино» в Гатчине. Сегодня программу 19-го российского кинофестиваля открывает специальный показ фильма «Прорыв», созданного в этом году в Эстонии режиссером Олегом Бесединым. Многие люди совершенно бескорыстно принимали участие в создании и показах фильма «Прорыв». Ветераны флота Эстонии, пустив бескозырку по кругу, из своих скромных средств оплатили компьютерную графику фильма. Объединение «Русский дом Эстонии» оплатило аренду плавучих средств и пиротехнику. Военные реконструкторы бескорыстно принимали участие в фильме. Именно поэтому мы считаем наш фильм «Прорыв» по-настоящему
народным.